Сергей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошло ваше лето? Видим по вам, что вы перезарядили батарею. Шикарно прошло лето. Отдохнул, установился, полон силы. Готов к новому сезону. Сейчас как раз медобследование и уже приступаем все с командой. Удалось ли потренироваться индивидуально в отпуске? Да, удалось потренироваться индивидуально, и сейчас с ребятами ходим в академию, там как раз тренировки по желанию. Ну, вот. Ну и плюс зарядился семьей, солнцем, морем, энергией, то есть лето шикарно было. Что-нибудь интересное во время медосмотра было или рутина? Может быть, чем-то удивили врачи? Да нет, пока все то же самое. Вот ребят не хотел пускать снимать меня на тредмил. Девушки, ну, женщины посмеялись. Винс Хантер, совсем уставший после сложнейшего перелета и сразу из аэропорта сюда. Успели ли переброситься парой фраз с ним? Да, успел переброситься, очень рад увидеть. Ну, сам виноват, раньше надо было прилетать. Так, ну, совсем скоро «Зениту» исполнится 10 лет. Баскетбольный клуб отпразднует такой первую круглую дату, первый юбилей. Что бы вы хотели сказать болельщикам и нашим горожанам Петербурга? Ну, хочется всех поздравить с этой датой. Красивое число. Я в Америке под ним играл. Ну вот, и пожелать, во-первых, наверное, в это трудное время здоровье самое главное. Ну и побольше побед «Зениту» и достижения самых-самых высоких целей. Один только еще вопрос. Такой серьезный игрок пополнил состав «Зенита» — Андрей Воронцевич. Пообщались ли вы о чем-то? Какой видите его роль? И рады ли приходу такого игрока мастеровитого? Ну, пообщались, конечно. Сейчас вместе тренируемся. И единственное, теперь в раздевалке очень много разговоров будет. Но это тоже неплохо, с другой стороны. Не, это очень, очень хорошее, на самом деле, подписание и в плане командной химии, и в плане опыта. Это же человек, огромный багаж чемпионатов Европы, Евролиги за спиной, чемпионатов мира, поэтому человек с колоссальным опытом, и я думаю, что он очень сильно поможет нашей команде. Спасибо, Сергей, удачи вам в новом сезоне.